Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Devil May Cry DLC дополнение. У нас третья миссия. Опять же в магазин, улучшение. Что-нибудь на Ямато еще поставим. Ну, рубящий удар, рубящий нет. Заряженный удар, ну... Что-то он мне не особо понравился в воздухе. В целом забавно, но... Ладно, рубящий удар, я думаю, пусть будет. Хуже нам от него не будет. Начинаем миссию. Борьба за власть. Отличное название. Это не сарказм. Действительно забавное название. Просто он мертвый и борется за власть. Власть над чем? I killed her. And you are stronger now. Isn't that what you always wanted? Power. Absolute power, Virgil. You are a son of Sparta. Become the son of Sparta. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Cute. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that because I killed you. I'm liking the new look. Fuck yeah. Жалко, они не показывают эти заставки на движке игры, было бы, мне кажется, круче. Хотя, сложно точно сказать. Так, ну что ж, будем двигаться, так и быть. Выбора у нас нету. Я, кажется, слышал душу, ладно. Да, я был прав. Ну что ж ты не умираешь? Думаю, когда появятся большие враги, вот там я начну печалиться. Эти вороны мелкие, ничего страшного. Надо будет качать эти режимы демона, потому что они замечательные. Сильные в том плане, что... Я только сейчас понял, что у меня отсюда и появилась вот эта херовина. Ну и тут уже повеселее, да? Он стал сильнее. И всем конец. А в конце бобой опять с Данте, в котором уже победит Вергилий, было бы забавно, но вряд ли. Ай-яй-яй. Упс. Блин, но попасть крайне этим ударом сложно. Может, если так? Забавно. Ай, дерьмо, кусок, хватит. То есть один выстрел заставляет чувака со щитом офигеть. Но здоровье, конечно, сильно трачу. Это на среднем уровне кошмар какой-то.
Не, я тут так качаюсь. Да, общественный транспорт забавен, особенно в Лимбо. Ой-ой-ой, что-то мне подсказало, что этот невидимый вагончик может быть и правда невидим. Ну попробуем. Ну конечно. Ну я даже не знаю, так я не допрыгну, наверное. Да. Что же мне делать? Ой, да ладно. Да. Профессионал. Ну, нет, ну, я столько уже потерял здоровья тут. Ладно. Замечательное место, во всяком случае, стилистика этого уровня крутая. Так, улучшений нету. Пусть будет так. Не хочу умирать, но использовать звездочку можно. Надо было купить еще одну на будущее. Правда, жалко сферы, опять же, тратить. Ничего тут вокруг нет. О, есть. А что это они так светят со стороны, я не понимаю. Ну, замечательно. Обожаю их. Серьезно? Веселые чуваки, особенно когда их трое. Медленно просто очень. Но зато сильно, не то что синие атаки. Ура, улучшение, о, большой. Замечательно. Вау, нифига у него урон, вы чё? Ладно, будем уворачиваться. Будем. Ага, увернулся. Ну, не знаю даже. Это будет непросто. Я жил с большими, будут у меня проблемы. А почему тут нету никаких коконов здоровья, например?
Stop running, Dante! Stop following me around! Прикольно. Лучше делать все быстро, пока все это не исчезло. Где-то душа шумит, звездочка. До звездочки вообще не знаю, как добраться. Хотя, может быть. Нет. Ладно. Улучшение. Так, ну я не знаю, купить еще одну звездочку, что ли. Блин, они все дороже и дороже стоить начинают. Это 300, потом будет еще дороже. Я куплю, но юзать не буду. Как пойдет. Куда-нибудь меня перенесите. Да, это будет непросто. Сильный урон, а потом все это сначала придется начинать, если я сейчас запарюсь. А я ведь запарю это все. Да что ж я не попадаю по нему-то, наконец-то. И меня сейчас убьют. Прекрати, а. Ну что за издевательство? Да, замечательно. Ну ладно. И все равно меня ведь убьют. Эй, кошмар. Я, насколько понимаю, когда они светятся, они становятся сильнее. Надо лучше их притягивать. Ужас какой-то. Ну, а в целом нормально. Есть какая-то сложность. Так, можно наверх попасть.
но что-то не получается. Ладно, тут походим. Место, опять же, очень похоже на какое-то место из оригинала. Конечно же нет. Давно у меня нафиг не было похода. Сейчас появится двое со щитами, они это любят, потом трое или сразу трое. А, нет, в этот раз бензопила. И все? Ну ладно. А все потому, что не попадают по мне. На Саваджи. Замечательная. Замечательный набор. Ой-ой-ой. Ну, будем уворачиваться, что ж. Бери свой щит, пожалуйста, нахер. Отлично. Да, замечательно. Они, похоже, больше сами себя убили, чем я их. Ладно. Только боссов что нету. Seems you have nowhere to go. Опс, печально. Хорошо, потерял. И как отсюда мне попасть назад? Но если только так. Да, конечно. Ну давай. Don't.
You don't need it anymore. Ну, даже не знаю. Интересная миссия, но чуть-чуть непонятная. Я и забыл про два использованных предмета. Ну, целое, ладно уж. Ох, еще одно улучшение. Ну ладно, продолжим в следующей части, следующая миссия. На пока, опять же, всем пока, увидимся.